Всем привет! Продолжение следует, так сказать. Пишу специально без монтажа, ничего не вырезаю, чтобы потом не говорили, что я мухлюю. И остановилась я, собственно, на чем? Еще бы помнить. Осталась у меня зона, значит, неисследованная за знатоком кристальных чар. И сейчас я намереваюсь туда и пойти. Но для начала я хочу взять себе вот этот вот клиночек. Да. И побегаю немножко с ним. Какой у него, кстати, навык, я забыла. Стойка. Так, значит, обычная атака, чтобы пробить блок, или сильная атака, чтобы провести рубящий удар снизу вверх с выпадом. Не хлопай, пожалуйста, не надо. Тут уже у меня с самого начала аплодисменты. Да, попробуем, да? То есть я должна сделать вот так. И это снизу вверх. А это вот так. Ладно, что ж. О, вернулся. Попасть к легиону? Так, ну ты все о своем. Ну, теперь я уже даже знаю, куда идти. Так что... Слушайте, 2000 душ у меня есть. А ну-ка я схожу-ка... Вот этому вот, может быть, он мне предложит какое интересное оружие. Еще. Зря спрыгнула, можно было и там постоять. Вот и ты, как и должно быть. Ну, так у тебя есть для меня оскверненные души? Сейчас глянем. Так, о, смотри-ка, что есть. Град кристаллов могу взять. Ну, точнее... Не могу, потому что мне не хватит. Это значит, со знатока упало, да? Меч убийцы нежити. Это с дерева. Душа знатока кристальных чар. Силы не хватает. Слушайте, колющий меч. Магический такой. Интересно попробовать бы его. Да, 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 попробуем. Сила-то что там? Одну не хватает, сейчас поднимем. Рапира знатока кристальных чар. Ну-ка я ее прочитаю. Клинок этого колющего меча усыпан кристаллами, которыми некогда пользовались для самозащиты знатоки кристальных чар. Кристаллы – плод их многолетних исследований, повышают магический урон клинка и помогают его обладателю находить ценные предметы. О, стойка. Угу. То есть такой же, как и у другого. Давайте-ка возьмем, хочу посмотреть, как она работает. Относись к хранительнице огня почтительно. Вы с ней похожи. Оба пленники. Оба поддерживаете огонь. Интересное напутствие. И мне бы силы, да? Силушки богатырской. За ней-ка я вот попробую сюда сходить. Даст он мне это сделать? О, я... Ну-ка. Что ж, на... Береги себя, повелитель. Так, и значит... Может, это, кстати, я так испортилась как раз из-за этой процедуры. Так, ну-ка. Угу, угу. А если мы ее возьмем сюда вот так вот? Будет, конечно, неудобно. Красивые кристаллики. Ай, душ 2000. Куда-нибудь бы их потратить не мешало. О, Серокрыс вернулся. Ну, здравствуй.
Ты как раз вовремя. Пришлось немного попотеть, но мне удалось наконец-то кое-что украсть. Ну-ка. Давай, погляди. Сейчас глянем. О, слушайте, а с ним тоже торговать можно, да? Так, можно взять уголек, можно, конечно, вот это что такое? Урна молнии. Оружие для охоты на драконов, которым пользовались рыцари Лотрика, взрывается при ударе, наносит удар молниями. Рыцари Лотрика приручили драконов, но до того охотились на них. Этим объясняется их особое охотничье снаряжение и бытовавший среди них культ солнца. Так, что-то у него здесь интересное. Арбалетик есть. Шлем рыцаря, доспех убийцы, маска вора, собственно, это все вроде и было. Всякие тут бомбы. Взять, что ли? Или сэкономить пока? Я просто думаю, что я эти души сейчас промотаю. И все. И все, и все. Так хоть уголек будет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ладно, короче, давай. Счастливо. Типа не совсем впустую. Так. Короче, пока, наверное... Ладно, я сейчас ее на ком-нибудь простеньком попробую. А там посмотрим. Погодите, а что это у меня там появился за значок? Со змеей. Что бы это значило? Ну-ка. Вот что это такое? Ага, то есть это мне меч дает. Класс. Класс, класс. Есть тут кто-нибудь попроще? Просто потыкать кого-нибудь хочется. Попробовать. Очередная пуколка. О, ух ты! Урон, конечно, немного, но это интересно. Ай-яй-яй-яй-яй, давайте от потери крови-то умрем, чё нам терять-то? Ой, второй зачем сюда бежит? Мне так кажется, здесь надо... Ай, последовательные атаки наносить, да? Ой, ой. Напрочь я свалилась отсюда. Так, они там идут? Нет. Да блин! Короче, у меня с раскачкой вообще плохо, как только я... сажусь сюда заново, так это, хоть не вставай. Да, как вас? Ясно. Ай-яй-яй-яй-яй, что за змея? Мне интересно, где-то опять, наверное, же написано... Так, я пока уберу, иначе он мне мешает. Его, наверное, чуть подкачать надо, если я хочу им пользоваться. Так, вот это, наверное, очень длинная атака, слишком. Что там у меня было, 70 душ? Пройти за ним аккуратно, не нападать.
Другой меня увидел. Да как так-то? Знаете, что надо? Сейчас. Сейчас все будет. Я, конечно, не уверен, что мне это особо поможет, но я что-то не пойму, что происходит. Не было же такого. И вот опять. Так хочу сделать. Ноль. Ага. Да блин! Короче. Что-то тут не так. Дайте-ка я верну назад свою пуколку. Ей привычнее. А этот буду использовать по необходимости. Где она? Любимая моя. Тыкалка. Так, и еще это. Да куча. Ой, как-то я неаккуратно сюда рухнула. Они придут, нет? Ай-яй-яй-яй-яй, это в костер, что ли, еще попало? Да как я с вами справлялась-то раньше-то? Да блин, 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 блин. Сейчас укокошит же. Это что-то с чем-то. И не хватило, блин. Ай! Так, один есть. Осталось второго дотыкать. Ну что-то вообще сегодня классно. Они сильнее тут, что ли, не знаю. Фу. Так, это я опять тут подле моста где-то. Ладно, пойдем дальше. Да.
Дорожка. Куда нас она приведет? О. Костерок. Так, можно по лестнице, можно по лесу. Что тут за закутки опять? Игнорируя лестницу, попёрлась я, как всегда, куда-то. Ага. Гербовый щит. Изучим. Так, мне не хватает для него силы. И рыцарский щит, украшенный гербом, один из зачарованных синих щитов. Гербовый щит значительно снижает урон от тьмы. Парирование, отражение атаки. Так, мне кажется, такой щит я где-то видела уже. Так, а вот она, лестница. И вон на лестнице кто-то стоит. Давайте будем так делать. По-моему, этот кто-то очень даже силен. Так, еще там кто-то бегает. Поэтому предпочитаю вот так сделать. Он в меня метнул топор? Ай! Прекрати сейчас же. Надо было, кстати, флягу маленько перераспределить. Да, блин. Так, есть у меня соблазн, короче, на голову ему прыгнуть. Что-то не прыгнулось, по-моему. Класс. Недолго музыка играла. Сегодня я в ударе, как обычно. Ну ладно. Такой уж он, Dark Souls. Пойдем на этот раз в другую сторону. Не ходится мне по лестнице. Ибо вот всякие тут есть штуки полезные. А еще отсюда открывается прекрасный вид на место, в которое я пойду после. Так, ну тут вроде... Все. Ладно, лестница так лестница. Мне кажется, ли это женщина? Как мы синхронно с ней или с ним кувыркнулись. Опа, не вовремя раскрылась. Раскрылся ли? Кто-то там вон еще. Ай, 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 яй-яй-яй. Это что за... Нет, все-таки это мужик с бородой.
Ну или гномиха. Чем черт не шутит. Да нет, мужик, мужик. Так, вот где-то тут второй-то выскакивал. Может, мне его откуда-нибудь вот отсюда подловить-таки? Сначала. Тут что-то тут из какого-то закутка явно выскочил. Где? Не вижу, откуда-то он должен был прийти. Странно. Очень странно. Явно откуда-то отсюда выходил. Да, ты в капюшоне. Ай, да чтоб вас всех. Бежать-то как? Офигеть. Да как вот они меня поймали? Как вы смеете вообще нападать на меня возле костра? Может, против них вот как раз бы тот меч и получше зашел? Блин, я в натуре уворачиваюсь. Ай-я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 й
Так, а что, они сюда не пойдут за мной? Ой. Ты откуда здесь? Пойдут. Пойдешь ли со мною? Занесешь ли над моим врагом копье, чтоб вернуть то, что мое? Еще кто-то стреляет. Ах, тут максимально небезопасно со всех сторон. Короче, я буду стрелять в них сверху. Сейчас схожу распределить бутылки свои, фляги. Серьезно, храм глубин. А, слушай, но это уже другая локация получается. Храм глубин. А там, собственно, куда мне и надо было. В общем, я запуталась опять. Храм глубин. Что-то мне велели там сделать, да, в храме глубин. Было дело. Свиток знатока. Свиток, в котором содержится заклинание знатоков кристальных чар. Отдайте свиток чародею. Во, вот такой, наверное, я ищу как раз-таки. Кузнец, кузнец. Да, что-нибудь сделаем, пожалуйста. Так, этот рад, что я могу. Так, ты мне, пожалуйста... Так, этого нет, ладно. Вот так давай хотя бы сделаем. И, пожалуйста, что-нибудь давай посмотрим здесь у нас. Так, мерцающего титанита-то мне не хватает. И тут большой осколок нужен, тоже не хватает. А по счетам? По счетам. Нет, все.
общем, осторожно там. Пока я больше ничего не могу сделать. Храм глубин. Так, слушайте, может быть мне... Может быть мне... Так, кольца. Посмотреть, что по кольцам. Собственно, кровотечение-то они вроде тут тоже это самое. Ладно, пока так оставлю, как есть. Так, где-то здесь я должна подняться. Не тут. Точно не тут. О, явился. Не запылился, не успела, блин. Какое-то у меня длинное. У него, кстати, тоже какой-то меч и какой-то коротенький кинжал. Один из вариантов, да, применения здешнего оружия. Комбинирование, так скажем. Да уйди ты! Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Я вообще не успеваю его ткнуть даже. Так, ну и прощайте мои душонки, которые там повыше валяются. Пока я тут бегала, он откуда-то нарисовался. Ну вот и все. Конец. Хватит махать-то, мертвая уже. Все. Машет он тут. Ой, простите. Ноль. Знаете тогда, что надо сделать сразу. Так, и где-то здесь вот я должна сразу пройти. Куда-то. Блин, зачем опять так сделала? Наколдовала щит и вот чё? Не буду им сейчас пользоваться. Так, эть. Зачем ты это делаешь-то? Давай, живее, еще живее. И отойдем. Так. Так, это зря надо было попозже. Ну, мне кажется, все-таки чуть побыстрее колдует с этой... С колечком, да? Так, давай еще чуть-чуть. Хотя от одного избавимся. Так, отлично. Так, что, идем вниз? Давайте. Еще раз. Сейчас мы наколдуем щит. Ну и погнали. Ой, где там этот второй-то вообще?
Он бегает. Ага, вот ты где прятался. Блин, опять он меня подловил. Ай-яй-яй. Да опять, ну что ж такое? Еще мне быстренько отойти, отойти. Так, берет меч в две руки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Паучий щит. Знакомое что-то. Слушайте, такое у меня было, и я даже им пользовалась, этим паучьим щитом. Да, я помню. Ты что там? Да блин, он там уже восстановился весь. А я вообще его била хотя бы. Ясно, понятно. Как тебя? А тот возродится тоже, да? Слушайте, это вам не шутки. Как сказала бы Дона Жура. А ну-ка, давай-ка попробуем сразу сюда сходить. О! Какой он? Если ты смелый, ловкий, умелый, Dark Souls тебя зовут. По паладина. Да, ты кнопку-то мне нажми, чтобы я делать что-то могла. Ну вот что вот, что поделать, что поделать. 1500 здесь за углом теперь осталось. Теперь как вот не крути, пойдет, придется к нему шлепать. Так, слушайте, а может мне переодеться? Я же это самое, у меня же от магии, а магией тут не пахнет. Может мне какой-нибудь кольчушку-то от физических. Так, и от кровотечений 31. 59. Так, значит, 60. 63. Короче, лучше моей кольчуги ничего нет. Темперирурам. 28, 24, 27. Ух ты, 17. Кстати, я вчера про глашатая ничего не прочитала. Кожаные перчатки из тех, какие, по слухам, носили вестовые Белого Пути, занимающиеся доставкой приказов. Довольно простые, но пригодные для длительных путешествий. Штанов. 36. Тяжеловато. Сейчас узнаем. Нормально. Куда ни шло, так сказать.
Ай-яй, далеко, 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 далеко. Ах ты ж. Да ты отпрыгни уже отсюда, ва. Так. Ай, подловил. Все-таки мне нравится, как этот рывок достает до противника. Ну давай, чуть-чуть осталось, чуть-чуть. Это ж рядовые, ты чё? Ты чё, женщина? О, кольчуга, наверное, чуть помогла. Так, идем дальше. Хочу сделать эдак и эдак. Так вот, и пойдем. О, а этот не возродился. Какой-то это значит специфический был чувак. Так, тут где-то гончая. Ой. А что, так можно будет тут? Оказывается. Да, ёлк. Где ты, который стреляет? Вот там еще один. Ай. Ну, позорно быть искусной собакой. И затыканный простыми дохляками. Большая душа неизвестного путешественника. Так, что еще тут? Куда ж ты понеслась-то? Так. Одни ворота, вторые ворота. Что там еще с той стороны? Блин, на собаку наступила и напугалась. Так, 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 так. А вроде больше ничего здесь и нет. Ну что, пойдем за ворота, посмотрим, что там есть. И секунду, пока никто не выскочил. Так, все отлично. Слушайте, дохляки здесь. Еха! Ты чё какой дерзкий? Ещё кто-то орёт. Опять какие-то могилы. Колодцы. А! Вы чё тут? Ай-я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 й. О!
Какие-то бешеные. Осколок Эстуса неплохо. Ага, у меня там пусто. Пусто-пусто. Йоу. Костер, пожалуйста. Нет? Какое-то кладбище тут. О-о-о! Мать моя, можно я туда не пойду пока? Они что, за мной бегут? Надеюсь, что нет. Колодец пуст. Старой церкви не поют святые гимны. Снова. Ну что? Вперед. Мне страшно. Каждая закрытая вот такая дверь. Это что-то страшное. А вот он костер. О, всеблагостная богиня, матерь отверженных, лишенных пристанища. Прошу, засвидетельствуй нашу решимость. Огонь на Ариандель. Огонь на Ариандель. Несешь. Пепел, чтобы разжечь пламя. Поза такая странная. Так и хочется поджопник дать. Стой! Ты... Я? Ты пахнешь, как та женщина. Какая? Ты должно быть из пепельных. Как же иначе? Ты представить не можешь, как долго я искал. Кого? Вот тут искал. Что вообще происходит? Ты все, закончил? Не обращай внимания. Я не собирался расклеиваться. Итак, пепел, у меня к тебе просьба. Очередная, которую я забуду моя выполнить. Госпожа живет в холодных землях. Это там, откуда мой меч? Прошу, интересно, покажи или нет. Ей пламя, истинное пламя, способное выжечь гниль. Если мы попробуем. Из пепельных, возможно, это то пламя, что ты ищешь. Да черт его знает. Ах, благодарю тебя. Пепельные никогда не подводят. Я, мне кажется... Одну минутку. Поторопилась, нет? Картина Ариандель. Вернее, то, что от нее осталось. Ну же, давай. Меня сейчас засунут в картину? А я даже костер здесь не разожгла. Чудесно. Такая молодец вообще. Это какое-то дополнение или так задумано? Итак, пепельных было двое. Чудно. Я, которая принимает все предложения подряд. Я так понимаю, мне теперь нужно будет пройти вот эту область полностью, и только тогда меня выпустят и победить босса. А значит, я застряла, да? Чё расскажешь? Ты из новеньких? Mm. Как странно. Столько воды утекло. Возрадуйся, друг мой, ибо это истинное убежище для отверженных. Ни фляги, холодный, ни хрена. Спокойный нарисованный мир Арианделя. Ну же, не мешкай. Найди что-то свое.
Милую гнилую кровать, на которую можно прилечь. Perfect. Да, конечно. Ты не исключение. Мы все повидали много ужасов. Но теперь ты в безопасности. Вздохни спокойно. Да, вот просто Эрендель чудесно. Станет для тебя уютным домом. Да не хочу я. Итак, не мешкай. Найди что-то свое. Милую гнилую кровать. Ну уже, мил. Ясно. Комок за индивидуальную мха. Так. Замедляет накопление мороза, лечит обморожение. Класс. Мне оно здесь понадобится, что ли? Давай поставим. Не знаю, понадобится или нет. А еще может меч наконец-то взять. Попробовать все-таки. Раз уж тут что-то про мороз говорят, ну и... Сейчас это... На всякий. На всяк. А, вот он, костерок. Нарисованный мир. Чудесно, что я могу сказать. У меня там, кстати, от мороза же доспех был. Лишь самые могучие одолеют этот путь. Чудесно, давайте переоденемся тогда в северный доспех. Сразу у меня там по весу все стало плохо. Шлем не буду одевать, значит, что надену. От мороза самое, значит... Так, 19, 12, 28... 26. Слушайте, даже вот так. Прикольно. Так, перчатки мороз. 24. Северный пока лучше всего. И, значит, здесь. Северный 42. Наверное, лучше них уж не будет. О, 41, вес 5. А здесь полегче даже, ладно. Я не посмотрела. А, ну ничего, так сносно. Погнали. А что у меня фляга не наполнилась? А ну-ка, исправим это положение. Как я люблю всякий туман, снегопад, когда ничего не видно. Или пещеры, в которых тоже ничего не видно. Прям обожаю. Отлично, тут сразу у меня какие-то копья летят. А мне нравится этот меч. Ха. Слушайте, он тут как нельзя в тему. Как нельзя кстати. Они тут, я смотрю, ребята, тоже не промах. Хорошо. Не заблудиться бы, что-то тут как-то... Пустовато. Так. Ага. Против щита такая атака не подходит. А какая подходит? Ай. Места очень много.
И этих одновременно очень много. Ай. Куда-то я уперлась в дерево. Хо-хо-хо-хонюшки, хо-хо. Тут еще от огня нужна какая-то. Так, дошли до костра. Ну, отлично, чё. Спокойный, говорит, мир. Все хорошо, говорит, будет, не ссы. Я сама себя, мне кажется, загнала в эту самую. А ну-ка, в баню вас. Давайте-ка убегу я от вас лучше. Тут еще сообщение какое-то было, нет? Не стоит идти дальше, не побывав сперва в глубинах замка Лотрика. Вот чё, бойся-то. Слушай, может и правда сначала в глубины сходить? Предупреждение-то, наверное, неспроста. Короче, наверное, зря я сюда залезла, но мне же, раз я теперь зажгла этот костер, мне же позволят выйти отсюда, нет? И потом обратно прийти. Сначала побывать где надо. Блин, ну вот у меня теперь там костер не зажженный. Это плохо. Ну-ка, есть тут пункт? Мой собственный дом, наконец-то. В смысле? Да, можно. Да. Блин, опять придется отсюда начинать. Это мне не нравится. Ну что ж, зато открыла вот теперь новое место. Я в северном доспехе бегать буду. Ребят, дайте я костер зажгу, пожалуйста. Что-то вот не до вас прям, откровенно. Они же сюда не зайдут, правильно? Дверь еще одна. Так, надо прочитать, как называется этот костер. Так, и что мне дали? Шипосты, кнут. Кнут шипами, которые рассекают кожу, вызывая обильное кровотечение. Часовни очищения. Такие кнуты нужны для того, чтобы проливать лужи крови, которые затем смывают во время ритуалов. Простите. А, ладно. Не нужен он мне пока, наверное. С этой стороны не открывается. Серьезно? Отсюда нет выхода с другой стороны. Зато каким-то образом можно вон туда допрыгнуть. Я полагаю. Так, этих я трогать, наверное, не буду. Что они тут сидят? А на монументе что-то написано, нет? Вроде нет. Орёшь там.
Он взрывается потом, да? Так, тут у нас скелетики. Много-много скелетиков. Так. Они тут и встают, и встают. Ой, прикинь, случайно получилось. Слушайте, а чё у меня это самое повышается, это вот это самое кровотечение, это чё такое? Это меня кто-то укусил из них, да? Ага, отлично. Досилит путь идущий. Так, все еще повышается. А куда ж надо бежать, чтобы не повышалось? Ай-яй-яй-яй-яй. Все, кладбище я так и не осмотрю. Ну, давно не было, что могу сказать. Давно я ниоткуда не падала. Спиной. Что-то мне подсказывает, что мне нужно одеяние вот такое. Нет? Кровотечение. 59. Лучше нет, что ли, от кровотечения? Все. Выбрали. Так, а тут что? Физическая атака, вес снаряжения. Нет. Это значит ОЗ. Это пиромантия. Ну-ка. Поглядим. Ой. Что-то я не подрасчитала. Давайте-ка я... Нет, все равно тяжеловато. 3, 9, 8, 8, 4, 8. Давайте-ка варежки снимем. 25... Не знаю, какой клинок лучше. Пока оставлю вот этот. Ясно. Ведет он себя крайне неадекватно. Так, ну что, погнали, погнали. Знаете, что хочу? На всяк. Слушайте, я вот их не трогаю, и вроде как мне норм, да? Лишь бы никто из них меня не тяпнул. Пастовский двуручник. Так, с той стороны вроде нет. Так, тут что у нас?
хочется прям это пробежать, но все посмотреть. Так, это внизу они тут. А здесь уже сидят тихонечко. Ага, вон там много всего. Ай. Еще двуручный меч. Ох, как вас тут много, ребята. Извиняйте, но я, пожалуй, куда-нибудь... Подрапаю отсюда. Какой-то оборотень меня укусил, да? Ух ты. Так, слушайте, ну я же сейчас это... Что происходит? Как отсюда уйти, чтобы у меня перестала эта штука делаться? Класс. Я так не добегу никуда. Храм Глубин. Йоколомане. Чё по времени? Нормально, давайте еще чуть-чуть. Что-то есть тут останавливающее от кровотечения? Или нет? Ну, должен бы же быть какой-то живой. Как это работает вообще? Ага, тут тупик. Давайте попробуем пробежать, чтобы они меня не трогали. Ох, вон там сколько еще всего лежит. Что прям аж это. Руки чешутся. Подсобрать. А как собрать, я пока не знаю. Так. Наверное, надо, чтобы они меня не кусали. А вот все началось. Кровотечение-то избавиться. Какие-то оборотни, да? И они все лезут. И лезут. Хочу, чтобы полоска уже дошла, и я бы уже это... Слушайте, она заново, да? Ой-ой-ой, это вот называется укусили, да? Укусили, так укусили. В какую сторону бечь? Я не знаю. Куда-нибудь. Куда-нибудь сюда. С этой стороны не открыть, чудно. Пилюли из красных жуков. Так, это что? Огонь. О, слушайте, что это было? Мне кажется, я тут половину из этой области вообще не найду.
Эх ты. Эх ты. О, класс. Блин, откуда ты стреляешь? Ай, да чтоб тебя! Куда тут идти-то? На крышу. Так, ну хоть кровотечение прекратилось. Что у вас тут всех как много-то? Так, тебя только царапнуть. Да-да, отойди. Так, вот сейчас сиганет. И самоуничтожить. Но прекрасно. А костер поближе я так и не нашла. Короче, это было долго. Долго и беспощадно. И бесполезно. Я соберу много нелестных комментариев, наверное, здесь. В этой зоне. Лишь бы не укусили, лишь бы не укусили, лишь бы не укусили. Там еще вниз вон можно. Эх ты, какой там ползает. Как туда попасть? Ай, прикольно. Офигеть, это кто такой? Он меня укусил. Мне определенно начинает нравиться этот меч. А еще я здесь, наверное, определенно куда-то довышла опять. И можно было здесь. Так, там кто-то кристальный. Когда у меня эффект закончится, это? Так, хочу внизу посмотреть. Может, тут все-таки где-то есть костер. Так, здесь что? Вот тут что? В смысле? Что за пустая комната? Я точно что-то упускаю из вида. Так, в эту сторону пойду. В той мне пока не очень нравится. Ага, прекратилась моя кровопотеря. Так, а в эту сторону ничего нет. Чудно. А там опять такие ползают. Так.
короче, сейчас он меня добьет. Хвост от него нельзя отрубить. Ну все, фляжки-то у меня больше нет. Собственно, больше мне ничего не поможет. Ага. Звенящая лоза. Что такое? Опять какой-то предмет. Тут выйти-то есть где? Все равно мне сейчас конец, хоть посмотрю, где выйти. Может, какой костерок тут есть, кристальная ящерка. Вот это соберу, пока не сдохла. Кристальная ящерка. Ай, не успела. Это жесть какая-то. Мне кажется, если я сейчас прервусь, я завтра буду как будто сначала начинать. Там что снизу, что сверху, ничего хорошего вообще нет. И еще я уверена, что я здесь вот на этом кладбище не все собрала. Ну и главное, чтобы меня опять не укусили. Надо просто, наверное, очень быстро сквозь них бежать. Как-нибудь вот так. И вот здесь тоже. Здесь в другую сторону пойду. Ай-яй-яй. 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 Костер дадут мне или что? Ой! О! Супер! О! О! Вот оно где. Сбросила, блин, лестницу, спуститься по ней не спустилась. Дубль 30. Черт с ними, с пропавшими душами. Уже бы найти путь какой-нибудь окольный. Возможно, там где-то с другой стороны еще можно было, но я не знаю. Так, где-то здесь вот я спустилась в прошлый раз. Не очень экологично, но все же. О! О! Так это ж... Да. Ага. Так. И очень быстро, пока они меня не заметили, на лесенку. Оп! Полезли. Хоть чему-то меня предыдущие части научили. Искать короткие пути. Помню, как я не могла скинуть лестницу. Это была первая часть. Не знаю, мне кажется, я вокруг нее ходила, 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 ходила. Очень долго. Никак не могла ее скинуть. Не соображала, где щит со стойкостью к проклятиям. Почитаем. Он тяжеловат, однако. Ого, ничего себе у него поглощение при блоке. Класс. Но не про меня. Большие щиты, которые давали воинам, противостоящим древнему проклятию, слишком тяжелые для обычного человека. Этот щит, видимо, указывает на то, что противостоять проклятию бесполезно. И все же те, кто сможет справиться с его весом, отметят, что от проклятия он защищает. Владение оружием тоже, как и щита, который у меня сейчас. Так, оглядимся. Может, есть что?
А есть и правда есть. Кристаллики там вон. Туда вон я уже сбегать успела. Краем глаза. Гробы какие-то кругом. Так, тут что? Вон там много всего лежит. Тут стоят, молчат. Так, ай, кто-то бежит. Ага, и сразу у меня кровотечение, офигеть. Класс. Не, надо завязывать. Это что-то... Что-то с чем-то. Что-то надо без... Без... не знаю, какой-то план нужен. Костер еще поближе. Еще. Куда уж еще-то ближе. Тут вроде бы я уже и так нашла. Давайте еще разок я пробую. Куда-нибудь добраться. Уже хотя бы просто другой костер. Не, это самое. Туда мне вообще не надо, оказывается, было. Ну, там подсобрала я кое-что, и на этом как бы и нормально. А так вот тут аккуратненько идешь. Ждешь, когда они уходят. И на лесенку, на лесенку. Все. Это еще мне более-менее нравится. Подход такой. Ну и лестницы здесь, конечно, бесконечно длинные. В этой комнате больше ничего нет. А то, может, я что-то пропустила, как обычно. Несусь, сломя голову. Так, этот, вот этот самый. Так, попробовать еще раз вон туда сходить. Потому что вниз... Ну вот лежит там много всего. Вот я вижу отсюда. Что-то мне подсказывает, что я сейчас это все не соберу все равно. Давай попробуем наверх еще раз. Здесь я постучалась, и меня не пустили. Здесь была куча всяких-всяких, от которых неплохо бы... Ай-ай-ай, да куда ж ты, миленька? Опять? Ну опять! О, кто пришел? Так... Душераздирающие эти крики. Меня заметили. И даже пришли за мной. Фига он сюда пролез. Сидит. Ну сиди. Чё могу предложить еще. Так, когда я выхожу, он начинает движение и уходит. Я на всяк колдую себе щит. И драпаю, что есть мочи. Вот так вот пока что. Пока что это все, что я здесь придумала. Здесь главное не свалиться. Разобраться, что ли, с этими. Ой-ой-ой.
Да отойди ты. Что случилось? Меня заколдовали, что я не могу использовать флягу с Эстусом. Серьезно? А когда это закончится? Ага, закончится. Так умею только я. Кстати, а здесь нигде нету... Вот не считаю это спойлером. Напишите. Есть ли здесь какая-нибудь штука, где можно посмотреть количество смертей общих? Потому что во второй части же было такое. Сосчитать это нереально. Хотелось бы очень узнать, сколько... Раз я уже это сделала. Это бесконечную цифру. Точнее, стремящуюся к бесконечности. Мне кажется, раз 400 уже, да, было. А то и больше. Никакой щит мне колдовской не помогает. Но я все равно так сделаю. Отвернулся. Эй. Угу. Этот психованный сейчас сам уничтожится и будет все в порядке. Так. Ай. Да блин. А, ты такой же ненормальный. Ну ладно. Подождем. Чудно. Слушай, как за них много душ дают. Так, здесь надо очень аккуратно бежать. Еха, как вас тут много. И чудесно. Кто делает такие узкие тут щели? Специально для меня, что ли? Я еще путь себе там не успела рассмотреть. Не могу остановиться. Надо бы, но уже... Не могу, надо. Я хочу посмотреть, куда идти там. Хочу хоть какую-нибудь дверь открыть. Я так понимаю, это я захожу вот с обратной стороны в этот храм, и мне надо туда попасть и открыть вот эти двери большие с обратной стороны. Вот и все. Вот и вся наука. Чтобы я могла из храма ходить везде. Для этого камеру как-то надо, наверное, повернуть так, чтобы видно было все. Так, здесь...
Я не буду ждать, когда они начнут самоуничтожаться, и просто пойду дальше. Да, а меня опять заколдовали. Какая у него большая штука. Так, ну чё, куда идти-то? Кто-то молится. Бабка там стоит опять. Так, сюда, значит, пока вот только за этим. Эха. Да ты дашь мне размахнуться или нет? Офигеть, они меня тут зажали. Блин, глупо. Вообще. Сегодня просто, наверное, рекорд. За все эпизоды. Еще раз. Я должна куда-то дойти сегодня однозначно. Смысл ему сюда за мной бежать, а? Ну, он просто не знает, что я лестницу туда стала. Так. Даже делать ничего не буду специально. Просто побегу и все. Что все двери закрыты, все двери абсолютно тут закрыты. Дождусь, пока он вылезет, и вот туда. Так, здесь отдыхаем, бежим прямо. Тут они все должны сюда упасть. Психованный. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ты чё? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, опять меня кто-то покусал. Офигеть. Вот их тут много. Я же даже к бабке боюсь идти. Так, сюда очень быстро надо просочиться. Да как вас? Офигеть. Так, все, идите в баню. Тут еще дофига вон всех. Ох, какой-то еще вон понтифик там ходит. Ай-я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 й. К
Как вас тут много. Откуда вы здесь взялись, а? Блин, и мне больше это нечего. Ага, все. Короче, ладно. На сегодня хватит. Это не эпизод, это какие-то похороны сплошные. Недаром дело-то на кладбище происходит. Вау.